День рождения Александра Сергеевича Пушкина 6 июня для Одинцовского района праздник особенный. Здесь прошли детские годы писателя. В эти выходные на территории Государственного историко-литературного музея-заповедника имени Пушкина планируются грандиозные торжества. В канун этих событий в Больших Вязёмах побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Усадьба преображается. И подтверждением тому количество посетителей музея. 250 тысяч было в 2014 году, а за первый квартал 2015 уже плюс 25%. Это при том, что мы здесь еще далеко не все сделали, и работы практически вот завершаются к дню рождения Пушкина и будут продолжены после. Соответственно, через год здесь будет еще более высокий уровень подготовки, все здания будут подсвечены, газоны, можно здесь будет отдохнуть, пообедать, и в планах у нас все-таки строительство небольшой, но очень уютной гостиницы, где туристы могут останавливаться, проводить время, знакомиться с творчеством и Пушкина, и, конечно, героев Отечественной войны. Это очень полезно, увлекательно и безумно интересно. Поэтому очень приятно видеть музей, усадьбу вот в таком состоянии. Конечно, душу сюда вкладывает персонал, иначе не было бы такого количества посетителей. Ну, а наша задача сделать, создать максимальное количество удобств. Удобств для тех, кто приезжает сюда. Начиная с парковки и заканчивая уже всеми деталями. Мы почистили в том числе пруд, и сейчас уже это выглядит очень, очень симпатично. Готовим 4 смотровые площадки. Здесь будет место, где можно читать стихи Пушкина. Здесь традиционно проводятся международные конкурсы. Мы это будем поддерживать, всячески стимулировать. Пушкин очень многое значит для нашей страны. Это великий гений, великий русский гений. Поэтому мы очень горды, что свое творчество, свои первые стихи, свои первые попытки он создал здесь, свои первые произведения. И, конечно, мы по-особенному относимся и к Вязёмам, и к Захарову.